Переименование Самары в Куйбышев произошло в 1935 году и только спустя 56 лет. В 1991 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Куйбышев снова стал Самарой, а Куйбышевская область – Самарской. Одним из инициаторов по возвращению Самаре исторического имени был Александр Завальный, главный библиограф региональной научной библиотеки. Мне приходится выступать и участвовать как член жюри на различных мероприятиях, где учащиеся своими докладами выступают. И когда иногда задаешь вопрос, а раньше-то как называлась наша Самара? Понятия не имеет. Я думаю, ну что делать? Человеческая память коротка, она держит то, что ей важно и полезно. Так пусть вот событие возвращения городу имени будет важным и полезным для всех поколений. Организаторами праздника выступили Самарская региональная общественная организация, Украинский национально-культурный центр «Промень» и Самарская областная универсальная научная библиотека при поддержке администрации городского округа Самара. Самара – многонациональный город. И на протяжении всей своей истории представители разных народов писали свою строчку, свой абзац, свою страницу в летопись истории нашего города. Самара – это в первую очередь волжский характер. Характер, который не сравним ни с чем. Это человек целеустремленный, это человек энергичный, человек предприимчивый, человек, который всегда добивается своей цели. И в этом смысле такие культурные мероприятия, как сегодняшние, с говорящим названием «Самара», «Куйбышев», «Самара», как раз являются теми вехами для молодого поколения. Так как время проходит, историю мы не должны забывать, а она, к сожалению, детьми забывается и школьниками, было принято провести такое знаковое мероприятие, чтобы оно было в памяти, чтобы напомнить народу и обществу, что был такой город Куйбышев и почему он был переименован. В праздничном концерте приняли участие молодежные и детские вокально-хореографические коллективы, в том числе ансамбль «Чаровницы» и «Добрые молодцы». Вокальный ансамбль «Зареница» детского ансамбля «Переполох» и вокально-хореографический ансамбль «Барвинок». Многонациональный концерт показал разнообразие культур народов, проживающих в Самарской области, и их роль в символическом венке дружбы, который на многие годы стал визитной карточкой Поволжья. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.